На репортері вже традиційні розмови про економічний стан нашої країни. Радий вітати нашого доброго друга, доктор економічних наук Сергій Олексійович Кубовський. Доброго вечора, пане Сергію. Добрий вечір. Як я і обіцяв, сьогоднішня наша розмова вже буде присвячена суто економічним питанням. Ми знаємо, що можемо говорити на різні теми, але економіка сьогодні важливіша. Україна поступово входить в осінньо-зимовий період, вже не так тепло на вулиці, вже частішають розмови про опалювальний сезон, про взагалі фінансове становище України. Бачимо, що нестабільно почуває себе гривня по відношенню до долара, новини на Росії, так би мовити, там мобілізацію оголошують, а долар скаче у нас. Тобто, основні виклики, пане Сергію, які, з якими ми входимо вже майже в жовтень, невже все так недобре? Можливо, якісь є позитивні моменти, якась динаміка зі знаком плюс? Все, що є на даний момент, радий буду почути відверто, як завжди, від вас, пане Сергію. Спасибо. Знаєте, як не странно, є позитивні новини. Поэтому вначале начну с них. Август выдался достаточно хорошим месяцем для объема помощи со стороны наших партнеров из-за рубежа. И поэтому впервые с начала войны Национальный банк даже увеличил золотовалютные резервы. То есть если они снижались каждый месяц, то за август они более чем на 2 миллиарда выросли и достигли почти 25 миллиардов долларов. Это хорошо. Это хорошо, потому что это означает, что у Украины есть ресурсы, в том числе на то, чтобы подготовиться к зиме, и ситуация на валютном рынке не является критической. То, о чем вы сказали, это проявление особенностей украинской экономики в условиях войны. И о том, что курс доллара остается стабильным, но именно безналичного доллара. Кстати, любой украинец может совершенно свободно, если у него есть лишние гривни, купить за них безналичный доллар. Единственное, есть ограничение, что нужно минимум 3 месяца, чтобы эти суммы лежали на депозите в банке. То есть, в принципе, курс 36-37 – это реальный курс для тех людей, которые вот по каким-то причинам хотели бы сохранить свои сбережения в долларах. Но тот курс, который есть в обменных пунктах, он, конечно, совершенно другой. Это 42 гривны, чуть даже больше за доллар. И тут возникает вопрос, почему это происходит. Это происходит потому, что достаточно много гривни появилось в свободном обращении, и почему-то это никем не контролируется. В результате за первые 7 месяцев 2022 года почти 7 миллиардов наличных долларов было выкуплено за наличную гривню. Это достаточно большая сумма, и сразу возникает вопрос, кто покупает миллиарды долларов, может быть, волонтеры, которые пытаются как-то там что-то параллельно закупить для армии, для теробороны, но, возможно, не только они. И здесь, конечно, вопрос к правоохранительной системе, которая почему-то на это не реагирует. Еще хуже ситуация состоит с кредитованием Украиной иностранного бизнеса. То есть мы привыкли к тому, что Украина получает помощь, и действительно мы получили там уже миллиардов 15 долларов помощи, кредитов тоже, ну, где-то треть от этой помощи, еще кредиты. Но при этом украинский крупный бизнес умудрился на 8 миллиардов долларов прокредитовать своих партнеров за рубежом за время войны. Сразу возникает вопрос, кто эти компании такие богатые, которые вот могут поставлять продукцию и экспортировать, и взамен готовы эти деньги оставить за рубежом там на годы. С чем это связано? Это патриотично или не патриотично? И вот эти факторы как раз являются более важными в курсообразовании. То есть, опять же таки, с точки зрения экспорта, импорта товаров и услуг, в Украине ситуация сбалансированная. Да, у нас минус 10 миллиардов дефицит, но помощь, которую мы получили, она перекрывает этот дефицит. Но касательно вот внутренних факторов, которые влияют на курс наличного доллара и
на то, что вот на 8 миллиардов кто-то из украинского крупного бизнеса, это не единственные, там как бы одна-две группы, это почти все. Это 8 миллиардов, которые пригодились бы украинской экономике, украинской армии, они почему-то находятся за рубежом. И опять же таки, вот эта закрытая тема почему-то для брифингов президента, представителей силовых структур, это миллиарды долларов, которые во время войны почему-то исчезают из Украины. И это как раз оказывает влияние на курс наличного доллара. И что с этим делать, я не знаю. Пока только мы с вами это обсуждаем, почему-то остальные обходят стороной вот эту проблему, стоимость этой проблемы 15 миллиардов долларов, которые Украина потеряла за время войны. Важливе питання. Працює, ми бачимо, що працює дійсно зерно, працює зернова ініціатива. Зерно вивозиться, воно і має вивозитися, тому що це фінанси, це обіг коштів, це зарплати людям, які його вирощували, це ну, природній процес. Наскільки можемо оцінювати ефективність цієї ініціативи? Ну, ми вже говорили, що це потрібно так робити, а наскільки Україна, українські аграрії, український сектор, який відповідає за виробництво, я туди ж включаю і трейдерів, і всіх-всіх-всіх, наскільки це дає такий поштовх ну, з того дна, де ми перебували ще в травні і в червні? Я с вами согласен, действительно, сделка полезная, но оценить ее эффект крайне сложно, потому что, опять же таки, мы не знаем, кто получает право на ограниченный вывоз зерна. То есть Украина экспортировала где-то там 10-15% через зерновую сделку из того, что она могла бы экспортировать. Совершенно закрытая информация, как выбираются те, кому разрешают наполнять корабли зерном. Дальше вопрос. Возвращается ли в Украине валютная выручка от проданного зерна? Понимаете, этот вопрос почему-то закрыт, но у меня возникает подозрение, что избирательность существует, и вполне возможно, не все аграрии смогли воспользоваться этой сделкой. Поэтому здесь необходимо совершенно прозрачные условия и сделать возможно не только экспорт отдельных компаний, близких, наверное, к власти, да, я не знаю, кто это. Но и малый и средний бизнес, понимаете, вот особенно сейчас страдают небольшие компании, которые не получают государственной поддержки, которые никак не связаны с той огромной помощью, которую получает Украина. Они сами пытаются как-то выжить, и мне кажется, что они не могут использовать преимущество этой зерновой сделки. То есть здесь необходима все-таки прозрачность в выборе тех производителей сельхозпродукции, которые имеют возможность экспортировать продукцию. Вот в целом, да, это позитивный момент, но вот избирательность мне здесь, кажется, вредит полезности от этой сделки. Мы в тех питаниях, які я поставив, повертаємось до тієї такої точки, такої повернення капіталу, великого капіталу в Україну. І у мене таке зустрічне питання, а як себе почувають ті, у яких у нас суспільство прийнято називати олігархами? Я не впевнений, що ці люди, відомі, медійні, багатії, підпадають під категорію олігархів, але так сталося. Ми їх називаємо так, тому що ми звикли, і в нашому розумінні слова, якщо людина дуже багата, є в неї там заводи, медіа, світиться медійно, це олігарх. І з точки зору того, як вони себе почувають, я, звичайно, не про здоров'я там питаю, а взагалі ми бачимо, ну, наприклад, ось за чим я слідкую, це там більш-менш активна позиція там Ріната Ахметова. Можливо, тому що я підписаний на телеграм-канали, які звітують мені про те, що компанія Ахметова відновила електрику на Донеччині, в інших фронтових зонах, і Рінат Ленч молодець. Добре. А що з Коломойським? Довгий час ми вважали, що Коломойський – це така людина, президент і слухається. Це було в мирні часи. І ми бачимо, що майже 7 місяців війна, а Коломойський – він тихіше риби. Дуже такі полярні приклади олігархів я навів.
Це таке, не те, що питання, так, я вслух так розмірковую і до дискусії пропоную приєднатися щодо позиції наших багатіїв. Ну, знаєте, я от назвав цифру, от десь 15 мільярдів доларів, які как-то исчезли из официальной экономики Украины за время войны. Не знаю, кто к этому приложил руку, но то, что кто-то из олигархов молчит, это совершенно не значит, что он не при деле, да? То есть, возможно, его ставленники очень много говорят, ему просто нечего сказать, добавить тому, что они говорят. По поводу Рината Леонидовича Ахметова, да, много информации о том, что он помогает его компании, экономике, но, опять же таки, сколько, на какую сумму он помог, сколько он заработал в условиях, то есть это должно быть открыто, понимаете? И я еще согласен с тем, что там, конечно, военные действия, большая часть информации должна быть закрыта с тем, чтобы враг не узнал важные вопросы. Но кто вывозит из Украины продукцию и потом деньги оставляет за рубежом, по-моему, это не та информация, которую нужно скрывать. А общественность, особенно те люди, которые дают последнее для того, чтобы действительно наши ребята сражались и сражались в лучших условиях, максимально возможных, вот им интересно знать. Вот мне еще раз интересно знать, кто скупил 7 миллиардов наличных долларов в Украине за время войны. Кто вывез продукцию и оставил 8 миллиардов долларов за рубежом. И, возможно, вот те фамилии, которые вы назвали, тоже имеют к этому отношение. Тем более, вы понимаете, если наличные доллары еще как-то сложно найти, кто купил, ну, простому человеку, то касательно компаний, которые вывозят продукцию и потом отказываются от денег, в Украине, а почему они это делают? Деньги же остаются за рубежом, понимаете? Потом этот человек все спокойно или группа уезжает. Вы знаете, как у нас организован пропуск на границе. Да, простые люди помогают стране, и это правильно. Но с другой стороны, когда видишь или там показывают фотографии мажоров в европейских городах, молодых украинцев, которые ездят на дорогих машинах, и почему-то вдруг у них есть возможность покидать Украину, несмотря на военное положение, то возникают вопросы. Поэтому, конечно, мне бы хотелось знать, да, как состоит, как что происходит с финансовым положением, прежде всего, олигархов, как вообще, особенно вот экспортно-импортные операции, как они проводятся, много из фактов, да, закупается ценное оборудование за грантовую помощь за рубежом, а потом почему-то оно не приходит в Украину, а потом приходится волонтерам искать деньги, закупать то же самое за собранные в Украине деньги. Да? То есть такие случаи. Об этом почему-то не принято говорить, но хотелось бы узнать, кто за этим всем стоит. Згоден з акцентами. Я чому згадав пана Ахметова? Не тому, що ми щось йому винні і його намагаємося виставити в приємному такому світі. Не тільки. Ну, ми розуміємо, що пан Ахметов дуже багато втратив. Дуже багато втратив в Маріуполі. Дуже багато виробництва. Але ми пам'ятаємо інший бік медалі. Пам'ятаємо, що в 2014 році пан Ахметов, коли він був такою впливовою особою на Донбасі, він міг трохи інші слова там підбирати, знайти потрібні слова, зробити потрібні дії, щоб те, що сьогодні відбувається, у тому числі і на Сході, не відбувалось. Але, на жаль, Рінат Леонідович цією нагодою не скористався. Тому ми пам'ятаємо все, і добре, і не дуже добре, і відверто погане. Ми намагаємося бути об'єктивними в цьому випадку. Ще важливе питання, Сергій Олексійович, чи готова Європа до зими? Чому важливе питання? Тому що наскільки Європа буде готова до зими, настільки легше нам з ними буде вести різні перемовини, в тому числі і політичного рівня, не тільки там про військову допомогу, а й отримувати, ну, хоча б там політичну підтримку в цих обставинах, це дуже важливо. Тепла і сита Європа – наш друг. Я так собі це бачу. Да,
Интересный и важный вопрос, как там поживает Европа. Знаете, мне иногда кажется, что Европа, да и Соединенные Штаты не совсем понимают, что происходит. Потому что там вот слушаешь их новости, как они там, даже позиция Венгрии, например, вот вызывает много вопросов. Они почему-то дают еще деньги, помощь, да? Вот вспоминается фильм, очень такой неплохой, «Не смотри наверх», о том, как вот комета шла к Земле смертоносная, и вот что произошло. Я вот провел аналогию. Вот путинская Россия – это вот та комета, которая стремится уничтожить, в общем-то, мир. Потому что Россия обладает ядерным и термоядерным оружием, и если ситуация не изменится и тренд будет тот же, то большая вероятность, что этот злодей воспользуется тем, что у него осталось после Советского Союза ядерное и термоядерное оружие. Дальше по аналогии с фильмом. Вот, ну там в Америке хорошо показано, вот Америка и Европа, в принципе, как в фильме. Да? Они занимаются своими интересами, между собой выясняют отношения. А вот те ученые, которые пытались спасти мир, это Украина. Вот как раз Украина, мне кажется, украинцы, вот мы спасаем мир. Ну, точнее, те, кто вот защищают сейчас страну, кто своими жизнями, спасают мир, реально спасают мир. И когда мы слышим вот из Европы, из Америки какие-то вот там нравоучения, или, например, вот знаете, появился проект бюджета на следующий год. И по этому проекту бюджета мы уже будем рассчитывать на 5 миллиардов долларов помощи в месяц, а на 3 миллиарда долларов. Понимаете, сразу возникает вопрос, неужели украинцы своими жизнями, да, защищая и Украину, и Европу, не заслужили то, что мы вот сейчас получаем? Понимаете? А нам говорят, европейцы, МВФ, нет, ну вот все-таки это много, давайте вот, у нас тоже проблемы, мы вам будем давать меньше, вы там экономьте деньги. Причем никто не говорит, давайте вы их тратите по назначению, да, боритесь с коррупцией, чтобы каждая копейка, каждый доллар шли на пользу стране, вооруженности. Нет, про это не говорят. А вот в целом они собираются ограничить помощь, потому что, да, в Европе проблемы. Да, в Европе, к сожалению, очень сильны популисты, которые проводят демонстрацию. Опять же, таки по аналогии с фильмом. Помните, там они говорили, зачем нам уничтожать комету, нам нужны рабочие места. И вот в Чехии демонстрация была, 70 тысяч вышли. Что они сказали? При чем здесь мы к войне в Украине? Нас волнуют цены, нас волнуют заработные платы. Понимаете? И такие, к сожалению, настроения в Европе, я думаю, будут увеличиваться такое направление. Понимаете? Потому что, к сожалению, они не понимают, они не хотят знать правду о том, что сейчас происходит в Украине. О том, какую реальную угрозу несет Россия всему миру. Им кажется, что да, только вот Украина тут задействована. Да нет же. Вы же прекрасно понимаете, что этот сумасшедший человек, можно встретиться с Гитлером сейчас уже, да? Случайно. Он пойдет дальше. И вот сегодня он сказал про ядерное термоядерное оружие. Поэтому в США, особенно европейцы, где действительно формально есть демократия, но с другой стороны, эта демократия приводит к тому, что часто люди голосуют за свой уровень жизни, да, за свои доходы, за то, что они будут кушать, не понимая, что реально они могут остаться вообще без жизни, без планеты, потому что реально сейчас может начаться Третья мировая война. И вместо того, чтобы объединиться, реально объединиться, понимая, какая угроза стоит перед человечеством, не только перед Украиной, но и перед человечеством, вот начинают там, а сколько там на газ вырос, а на электричество, и так далее. И я боюсь, что это в Европе зимой обострится. Скоро пройдут выборы в Италии, и никто не знает, какой будет их результат. Вполне возможно, что те, кто, например, думают, как Виктор Орбан в Венгрии, они смогут добиться преимущества. И ряд других стран, например, Греция сейчас вот пытается там выяснять отношения с Турцией. Да, ну вот сейчас время это делать, когда вот две страны НАТО
решили вот поспорить там за какие-то территории, когда реально есть другая угроза, действительно страшная угроза над человечеством, это путинская Россия. Поэтому я очень надеюсь, что им будет тепло в Европе, что они не начнут показывать свой характер касательно того, что им чуть стало хуже, поэтому надо поменять отношение к Украине. Но такая угроза, на мой взгляд, существует. И на это как раз рассчитывает Россия. Они сознательно ограничивают потоки газа в Европу. Они сознательно остановили Северный поток 1 с тем, чтобы создать кризис в Европе. То есть они отказываются от денег. Ведь Европа готова покупать российский газ. А Россия дает его все меньше и меньше. И я уверен, что может вообще прекратить транзит через Украину. Потому что вот их задача создать кризис в Европе, и Россия надеется, что европейцы отреагируют неадекватно на него и решат, что их внутренние проблемы важнее ситуации в Украине. Будемо стежити обов'язково за ситуацією, тим більше після сьогоднішньої заяви в країні 404. Буде цікаво, на жаль, небезпечно, але такий сьогодні світ цей прикрий. Дякую Сергію Олексійовичу, як завжди, відверто по ділу. До наступних розмов, до наступних діалогів. Успіхів вам. Да, дякую вам теж.